Не всем студентам первые дни учебы даются легко. На это влияет смена погоды, коллектива, а также изменения в распорядке дня. Врач общей практики Юлия Низамова рассказала нам, как избежать стрессовых ситуаций и переутомлений в начале учебного года. Главное не переусердствовать с учебой. Все в погоне за стипендией, за оценками начинают сидеть с ночи до утра. Все это влияет на умственную активность, на осанку, опорно-двигательный аппарат, на иммунитет. Поэтому тут все надо делать в меру. То есть сразу рационально распределить время. Время учебы, время подготовки к занятиям, отдыха, там, занятий спортом, не засиживаться допоздна, не сидеть долго перед компьютером, за книжками, потому что на зрение это тоже очень сильно влияет. Потом к пятому курсу все начинают ходить в очках. Помимо плохого зрения и переутомления, студенты часто жалуются на проблемы с пищеварительной системой. Чтобы этого избежать, необходимо правильно выстроить рацион питания. Избежать можно, если ходить нормально питаться в столовую. Некоторые же не хотят, не знаю, тратить время, ждать эти очереди, им проще купить какую-нибудь булочку с газировкой. Тогда, естественно, к пятому курсу начинают проблемы. Тут главное либо брать с собой, не стесняться ту же еду в контейнерах и просто кушать в одно и то же время, там, в 12, в час, либо выделять время для столовой, подождать в той же очереди и нормально поесть уже горячую пищу.